Здрасте все еще раз. Мы продолжаем Little Nightmares 2, Маленький кошмар, часть 2. И под дождем в убогой погоде, при убогой погоде, мы покидаем школу. Слава тебе, Господи! Да. Школа — это вообще злейший кошмар. Всех детей подросткового возраста, подростков детского возраста. Короче говоря, шоколадный. Эй, блин, малая мерзнет. Что-то надо делать. В прошлой части у меня был желтый плащик. Это бы ей сейчас помогло. Давай, доска, ты ломаться не будешь. А, все переломано, но одну доску оставили. Забавно. Стекает прям по домам. Это потоки воды. Странные. Ну, костюмчик. Там костюмчик повесился. Здесь все так нормально. О, мусорка. Давай сюда подтолкаем. Там же камень не даст проехать. Камень не даст проехать. Если мы сюда. Что будем делать? А, там что-то вход, что ли, куда-то? Что это такое? Это вход? Нет, это убежище. Мы тут можем переждать. Малая он просохнет. А куда его еще тащить-то? Я не очень понимаю. Туда, что ли? Потом туда. Он не сработает. А, во. Можно его закрыть. Вот, а теперь сюда. Вот так. А теперь можно пробовать, подумавши тем, что у нашего пакетика под пакетиком. Блин, могу и обломаться. Блин, напарница классная. Ей вообще помощь не нужна. Сама справляется. О, кораблик. Shady Part of Me сразу вспомнилось. Там тоже был кораблик, но только там на нем можно было плавать. А здесь нельзя. Так, сейчас что-то будет. О! Малая, иди сюда. Иди сюда, возьми плащик. Пешончик накинь, простудишься. Вот. Совсем другое дело. Что с дверью будем делать? Круто. Где это мы? Оп. Опять на улицу. Ну, теперь, по крайней мере, малая. Не простынет. А ноги все еще босые. Надо бы что-нибудь им надеть. Обувку какую-нибудь. Будем делать. Я понял. Вот это напарница. Так, его надо куда-то спихнуть. И мне надо перебраться одному. Обожди. Аман. Разобрались. А погоди, я помогу. Нормально. Шли? Эй, это
кто тут? Туалетную бумагу пользованную. Вот кто пользуется туалетной бумагой, не отрывая ее от рулона? Это что вообще за свинство такое? Так. А это явно не школа уже должна быть. Если там была школа, то здесь, наверное, уже должно быть какое-то высшее учебное заведение. Сейчас будем учиться. На это самое, на сварщика. Я слышал что-то. Малая, я что-то слышал. Я один что-то слышал, да? Странный звук. Ну, тут кто-то еще обхезался. Почками. Кто-то почки выкакал. Так. А это тюрьма, а? Господа. Ну или отдел какой-нибудь. Там он даже силуэт чей-то виднеется. Вроде нас тут не слышит. Подмани. Ёлкин костыль. Да как вообще? Ладно. Окей. Ну да, тебе-то легко, ты заскриптованная вся, а я так не могу. Я наверняка брякнусь где-нибудь. Жесть какая, жесть. Что это вообще такое? Почему кровати висят в воздухе? Что происходит? Я могу понять там школу с дурковатой училкой, но это выше моих сил. Выше моего понимания. Я вообще не одупляю. Ну, ей-то хорошо. А что такое? Рабочая фигня. Нормально. Понятно. Будем, значит, учиться не на сварщика, а на электрика. Ну, разница небольшая. Там тоже электричество, как бы. Но учиться будем. Туалетная бумага. Гречки не хватает. Так, я понял. Я уже вижу, куда нужно эту пробку тащить. Жучка-то делать лень, так что вытащим здесь, ставим там. Нафиг надо. Аши. А что она светится? Это что? Ядерная пробка, что ли? Нет аналогов в мире. Ладно. Сейдона, наверное, сняли. Все такие. Так, давай. Павляй. Ну что там, опять кровати? Нет. Я пытался схватиться за эту хрень, честное слово. Ну, ты, может, возьмешь эту. Ну, ядерную пробку-то возьми. Не, он не хочет ее брать. Ну, что с него взять? Он еще не выучился на электрике. Мы вообще только в вуз пришли. Так что, хотя тут такой вуз на тюрьму похожий. Киновский вуз по обучению электриков. Так, надо подумать, что от меня хотят в этом лифте самом. Ну, что будем делать? Его там и нет, лифта-то. А лифт-то где? Это было весело. Да. Ладно. Продолжим. Так, лифта нет. Окей, ладно, нету лифта. Ну и что?
Вот, а здесь есть дверь, через которую можно попробовать уйти отсюда. В чем тут вообще лифт? Ну понятно, ну его нафиг. Пошли отсюда. Че там стоишь, там нечего делать. Мы там убьемся, понимаешь? Пошли сюда, вот дверь есть, давай толканем ее. Не, мы ее не толканем. Окей. Берем банку. Проведем следственный эксперимент. Эксперимент удался. Что делать-то надо, я не пойму. Теперь лифт был. Ладно. То есть теперь лифт есть, но теперь он куда-то сыпется. Этот ваш лифт. Пробку забери. Хорошо, лифт сыпется, я понял. Но в тот раз его не было. Он то есть, то его нет. Что с ним не так? Он не может сам определиться. Есть он или нет? Ох уж эти лифты ваши. И чё? Так, значит, надо на лифт. Бегом, 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 бегом. Давай! Помогай! Меня это подожди! Без меня убегай! Напарница! Я за нее дрался, как волк с этими чокнутыми детишками, между прочим, там перекалечил кучу народа, перебил кувалдой, трубой, еще черт знает чем. Черпаком в том числе. Она меня сразу бросила и убежала. Вот они, женщины. Зачем ты ее выключил? А, я понял. Ой, извиняюсь. Пардонюсь. Кровища. Это больница? Это вуз или тюрьма? Капельницы, блин. Кровища, решетки. Учебные те самые помещения, где обучают лифтеров или кого-то. Возьми ножницы. Не можешь? Мне их надо взять? Не, я тоже их не могу взять. Ладно. Эй, кто там? Тут будем. Так, тут все заколочено, малая. Что будем делать? Какие у тебя есть предложения? Да что ли переть? Валидки этой. Неохота. По-моему, все-таки больничка. Эть? Ага, малая ждет, пока я зайду. Ну-ка. А. Хочешь? Не понял. Так это все-таки больница или тюрячка?
Ладно, по-моему, надо идти к телевизору, как в тот раз. Мала его выключит. Я, значит, в качестве мяса танкую весь дамаг, а она выключает телек. О, отвертка. Можно я отвертку возьму? Не можно. Жаль. Я бы кого-нибудь ею ткнул. Не понял. Ну, давай, 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 давай. Прям как в тот раз. Ну чё, пакетик, пошли. Надеюсь, малая сейчас вырубит эту хреновину. Иначе мы останемся во сне, внутри сна. О как. Чё это было? Ногами пинать отверточку я могу, а в руки взять никак. Ладно. А, пробок нет. Ядерных. Ну, за той пробкой я вряд ли вернусь, потому что там лифт свалился. Уж извините. Я так понимаю, без пробок он работать не будет. Да. Ой. А, нет, вроде это не буйный. Ну, хорошо. Для того, что ли, пробка нужна? Лад пробок какой-то надо искать. Или жучков делать. Но это не путь наших джедаев, я так смотрю. Они именно вот им пробку подавай, вот чтоб прям была пробка, и прям вот новая из магазина, прям с гарантией. Ладно, будем искать. Оп. Вернемся немного назад. Возможно, здесь что-то прошляпил. Я умею прошляпить, я вообще в этом спец. Да, здесь есть замок, которому нужен ключ, которого у нас нет, потому что нет пробок. А жучков мы делать не хотим, ладно? Ладно. Будем разбираться. Что ждешь? Пошли. Давай. В желтом плащике своем. Пик. Там что, лифт? Еще один. Опа. А это что? Это рентген, что ли?
Ты что, прикалываешься, малая? Так, ключ в медведике. Я понял. Ищем медведика. Надо будет его вспороть, а отвертку я не смог взять. Чем я его вспороть буду, по-вашему? Пробкой? А вот и медведик. Здравствуй. Зачем тебе эта хрень? А зачем тебе утка? Дитё солнца. Дитё подсолнуха. Зачем тебе утка? Иди дерни за веревочку. Дверь откроется. Не, она сейчас утка играет. Ладно. Ну, ребенок что с ней взять. И уточку хочется. Не толкай ведмедя. А, что-то есть в утке. В утке что-то есть. Ее бы раздербанить. А где ее раздербанить? В этом медведе ни хрена нет. А в утке что-то есть, но как ее разбить, эту вашу утку? Пошли. Непонятное существо с длинными ушами. Возможно, отождествляющее собой зайцеобразного кролика. Или наоборот. Я еще не определился с терминологией. Иди тут. Если убьет, кричи. Нашел. Малая, я нашел ключ. Распатрони его, ты же умеешь. Или ты уткой хочешь распатронить? И теперь надо искать ножик. Отвертку-то я взять не могу. Значит, надо ножик. А что такое? Это не полезет. Ты долго будешь с собой эту утку таскать? Дело в утке. Дело в шляпе. Нюхай бебру. Так, что у нас здесь? Окей. Не понял ничего. Бланш. Спасибо, подруга, за утку, конечно. Это, наверное, намек на то, что мы можем пожарить утку. Где-нибудь, когда-нибудь. Но в данный момент мне нужен ножик, а не утка. Да блин. Собачка. Пошли посмотрим на собачку. Я тебя понял. Куда мы? В ней пробка, что ли, в этой утке? Пошли. Если там пробка, то пошли, вставишь ее куда-нибудь, я не знаю. Во что-нибудь. Но нам сейчас нужна заточка. Блин, не трогай медведя, пожалуйста. Оставь его в покое. Вот пусть он там лежит. Пошли. А что здесь у нас? Эй! Это как? Это куда? Верните обратно, пожалуйста. Я протестую. Ну и что мы теперь как два дебила с уткой здесь будем делать? Это же не тот этаж. Так. У них тут это, крематорий имеется.
Не хочешь утку сюда закинуть? Мы ее сожжем и заберем, что надо. Ну, давай, давай, давай. Закинь утку. Не хочешь утку сжигать? Утку жалко. Ладно, пошли. И сюда. Поехали обратно. Может быть, нас отвезет обратно. Попробуем твою утку оттащить куда-нибудь гнездом. Для пробок. Может, ты туда прям всю утку загонишь. Может, она как бы уже электрика, я еще нет. Может, она больше знает. Может, она знает что-то, чего я не знаю. А медведя надо просто притащить туда и сжечь. С ним все ясно. Нет, она бросила. Я сам сбросился куда-то. Вот за лестницы такие. За больницей такая. Крематорием и кривыми лестницами. Давай. Сюда можно вставить? Сюда. Нет, никуда. А если ее вниз кинуть отсюда? Вот просто взять и... Давай, давай. Он вместе с уткой. А утка не убилась. Если уткой в телек кинуть, она не долетит. Утка, утка хреновая птица, она вообще летать не умеет. Ладно, иди тут, утка. Далеко не уходи, понадобишься, позовем. Может, малая просто как пример мне ее, ну, подсказочку такую через утку мне сделала. Вот смотри, утка, видишь, там внутри начинка. Утка с начинкой. Не, ну, в смысле, что-то в ней есть. Чтобы я нашел этого ведмедя. Но ведмедя я уже понял по фотографии по этой. Дескать, его надо того. В барбекю его пустить. Тогда будет ключ. С ключа мы заходим куда-то. Находим там... Соответственно, чего-то. Смотрите, сидит. Прям как вот в той игре, в первой части она сидит. А да. Давай, запули его туда. Ну, давай, запули его. Охрень. Да сам-то ты куда? И медведи туда, и сам туда же с ним, правильно? Нафиг. Заколебали. Вонище. Так, малая, давай я залезу, посмотрю, где там ключ. Дынь. Нашли. Ай, бля. Не-не-не. Давай-давай-давай наверх. Давай сюда. Открывай. Ключ-то есть. Благо медведи-то спалили. О. Тут склад пробок. Нет, тут склад ног, рук, крюков, другой атрибутики, таких фильмов ужасов. Манекен какой-то. Кто-то манекенов делает. Прикольно. А не помогает, значит, нефига там толкать. Пошли сюда. Сюда, 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 сюда. Я понял. А она меня умнее явно. Правда, как я теперь отсюда выберусь, непонятно. Может, я как-то отсюда смогу открыть дверь.
Нет. Я слышу какие-то звуки, это меня уже пугает. Так, манекен. Зачем-то привязанный к столу. Прикольно. Видать, манекены бешеные совершенно. Ну да. Часть манекена бешеная. Что это было? Дайте мне кувалду, пожалуйста. Или кусок трубы, я с ними себя как-то ощущаю. Привет. Привет, ручка. Как твои дела? Ты это... Средний палец не будешь мне показывать? Нет? Ну тебе нафиг общаться с Валю. А я туда не пойду, я сюда пойду. Ты мне там вообще не интересен. Не котируешься. Давай, иди отсюда. Но! Ты тупой! Ты видишь, я сюда смотрю, я тебя игнорирую. Давай, иди сюда, чтобы я тебя не игнорировал. Тут же сюда прибежал. Я что, на пол упал, что ли? Ладно. Ладно. Чё грустишь? Пошли. Грустить. Эть. За эту штуку можешь схватиться? Ну вот за эту. Тогда можно было бы дальше туда там на ногу перепрыгнуть. Ну, ты, может, залезешь? Нет, не залезет. Ах, тупой! Прям вот пиксельхантингом надо заниматься, чтобы он куда-то попал. Ну что такое? Как это работает? Давай! Все-таки сюда. Нет, туда. Да ё-моё. Куда бежать? Куда бечь? Не понимаю я, куда бечь? Все, иди в баню. Да куда ты, блин? Вот здесь ты можешь схватиться? Молодец. Где ты там? Я сейчас тебе этой хренью как кину. Кирдык тебе придет, понял? Блин, не попал. Повезло тебе, падла. Есть еще что-нибудь? Есть еще что-нибудь, чтобы в него кинуть? У него сейчас еще чем-нибудь чандарах. С этой штукой я же бегать не смогу, правильно? Thank you.
Да ё-моё! Да блин, зачем ты бросил молоток? Я же его держал в руке, но ты тупой. Да блин, ты... Ой, тупой какой малой. Блин, почему он бросает молоток, если я удерживаю кнопку держать молоток? Ну ты тупой олень. Держи. Бери молоток, чудо. Иди сюда. По пальцу. Еще! На добивание. Да блин. Сколько раз по нему надо попасть, чтобы он развалился? Будь это в реале, я бы его с первого удара бы его разморжил просто с молотка, как Дрени Фени. Более с такого молотка, который нужно держать двумя руками. А, второй удар попадает. Да ладно! Как минимум с рукоятки он бы выхватил. Ладно, хрен с ним. Давай, 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 бегай. Ну какая живучая падла. Хорошее достижение. Да уж, ты бы там, это, оставайся не очень живым. Так, а куда мне пробку теперь тащить? Где я вообще теперь? Как мне теперь напарницу искать? Что происходит? Блин. Давай, давай, давай. Да возьми ты ящик, пожалуйста. Спасибо. Так. Вот так. Привет. Как дела? А я пробку нашел. Этот рукам пальцы ломаешь. Там как бы одной руке тоже надо было бы все пальцы пообломать. Вот там тебя не хватало. Ты бы справилась и без кувалды. Ой. Так, куда мы будем ее индюривать? Наверное, надо начать оттуда, потому что там одна пробка. А здесь нужно сразу две. Я надеюсь, пациент все еще остается под действием седативных средств. Я никуда бежать не собирается. Да. А, давай здесь ходи. Куда? Пакетик. Там. Ну и где это мы? И куда нам теперь? Нужна еще одна пробка, которой нет. Ой, а там что-то похожее на стульчик электрический. Больница или тюрьма все же? Ни хрена не понял.
А, тут малая все знает. Не первый раз, видать, здесь. Ну, что там? Вот эта хрень сейчас за мной будет бегать, да? Чё? Ну да, ногами я это все пинать могу, а взять не могу. О, есть тапочек. На, нах. На, на. С этого фонарика. А, это надо на него светить фонарик. На него, видимо, надо светить фонариком. Вот в чем прикол. Он, наверное, боится фонариков. А у него башки нет, какая разница. А ну стоять! Бояться. Сюда. И сюда. Освободи дверь. Ведь? Да ладно, я ж фонарик на него успел направить. Ой, блин. Страдаюсь я, чувствую, с этим фонариком. Ого, в прыжке успел. Давай. Стоять. Какой острый. Разбегался у меня. А ну стоять. Кому сказал? А ну. Блин, как мне это. Как. Да как мне. Блин. Он отворачивается, я не понимаю. А, я... ну-ка попробуем сейчас. Как тут указано в этой, в инструкции, как указано. Исключим мышку. А ну стоять. Давай. И сюда. Сюда иди, падла. Туда смотри. Ладно так. Надеюсь, он там один. Че ты так хромаешь? Это такой же? Блин. Че он так хромает? Малый, че? Не, он хромает. Он правильно хромает.
Ну и. Что с ним не так? Малой. Ромаешь, ты в курсе? На одной ноге прыгаешь, по сути. Когда тебя этот козел поранил. Вот тварь. Причинил детенку телесные повреждения, понимаешь? Привет. Эй! А почему он не повернулся? Это его так переклинило? Должен был повернуться же. Вон там этот козел. А ну стоять. А ну стоять. Стоять все назад. Назад. Я понял вас. Я сюда вообще не пойду. Иди нафиг. За фрименькой. Решил, блин, значит, там делать нечего. Хорошо. Да тогда еще можно пойти. Больше некуда. Ну, к этим же я не должен идти в самом деле. Вы что, ребят? Как я это стадо баранов обойду вообще? Вы что, вы как это себе представляете? Ну, стоять, бояться. Всем стоять и бояться. Что это за Silent Hill начался? А ну, стоять. Команда была стоять. Стоять. И руки держи, чтобы я видел. Стоять. Стоять. Назад, клоуны. Ваших мамашек. Стоять, блин, всем. Так, а сейчас будет самое трудное. Мне нужно выпрыгнуть. Ну, прыгай ты. Да блин, почему он не выпрыгнул туда? Косел мелкий, блин. И мне по новой это все теперь опять? Вы что, издеваетесь, что ли? Твою мать. Вот это реально говняное место. Да, ему надо выпрыгнуть, я так понимаю. По-другому я здесь, в других выходов-то здесь нет, я так понимаю. Или там есть, но нету. Но ему надо вот туда прыгать. Сюда ему надо прыгать, стоять. Давай. Тим-тим-тим-тим-тим. Непонятно. То ли больница, то ли тюрьма. Полно каких-то манекенов. Зачем манекены в тюрьме? В больнице они тоже зачем?
Двери все позакрыты. Так. Ну и... Ну, здесь ничего интересного. Здесь ничего интересного. Здесь я в сравнительной безопасности. Здесь меня никто не обидит и не побьет. Так, давайте на этот раз здесь становимся в сравнительной безопасности. Возле толчка, в котором кто-то, видимо, утопился. Судя по тому, что он там крышка не закрывается, видимо, он не поместился, когда топился. Ух, ужас, короче, с этим фонариком. Но, в принципе, в остальном все очень даже классно. Все. Всем здоровья, денег. Всем пока. Приходите еще, будем продолжать. Все, давайте.